Германия лидирует в ЕС по рассмотрению заявок на убежище. Страна приняла больше беженцев, чем все остальные страны ЕС вместе взятые. В первом полугодии 2017 года Германия рассмотрела более 350 тысяч заявок на предоставление убежища. На долю остальных 27 стран Евросоюза пришлось менее 200 тысяч заявок. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на статистическое агентство ЕС Eurostat. Издание уточняет, что речь идет о первичном обращении беженцев к властям на предоставление убежища. Германия остается наиболее желанной целью для беженцев. Так, с апреля 2016 года в эту страну ежемесячно прибывают около 15 тысяч новых соискателей убежища. Также сообщается, что немецкое правительство увеличило сумму выплат добровольным репатриантам. Так, семья беженцев их трех человек, которой было отказано в предоставлении убежища, и которая решит добровольно вернуться на родину, может получить до 6 тысяч евро. С февраля по октябрь 2017 года лишь 8639 беженцев согласились добровольно вернуться домой. Еще 19520 человек были депортированы немецкими властями. Как сообщалось, ранее в Германии пропали 30 тысяч беженцев, подлежащих высылке. По материалам сайта news.com.